Его императорское высочество спрашивает. Не извольте ли вы его принять? Помоги. Быстрее, Арина. Помоги. Да вы прекрасны. Скорее, скорее. Бицкой? Ваше высочество. Вы к принцессе? С позволения, ваше высочество. Ваша светлость. Передайте от меня букет юной принцессе. Fühlt sie sich wieder gut, Friederike? Um mich zu... Oder ist es zu früh? Oh nein! Eure Hoheit! Sie ist erst gesund geworden, als sie erfahren hat, dass ihr sie besuchen kommt. Фредерика, здравствуйте. Здравствуйте, Петр Федорович. Нет, нет, там. Прошу простить, я не навещал вас болезни. Я не люблю болеть, больных не люблю. Вам пускали кровь? Угу. Да. Кровь. Я боюсь лекарей. Не позволяю себя осматривать. Даже граф Листоку не позволял себя осматривать, хотя боялся его больше тетушки. А теперь не боюсь. Сказать почему? Граф Листок в крепости, и палач пытает его раскаленным железом. Его имя запрещено упоминать, а я вот вам упомянул. За что? Это же был ближайший друг императрицы. Она ему стольким обязана? Вот-вот. Государственные интриги. Хотя тетушка просто так никого не казнит. Обычно только за измену. А кто же следующий? Неужели кругом измена? Да, конечно, кругом измена. Кто следующий? Я. Ну, я. Я тетушку не люблю. Бицкой. Чем не шпион? Тихий слишком, подозрительно. Апраксин, Бестужев, да любой. Ну, и вы с вашей матушкой, конечно, шпионки. Это всем известно. Что вы такое говорите? Вы-то, может, и нет, а ваша мать не точно. Я сам слышал, только это секрет. Я научусь понимать ваши шутки. Об этом нельзя говорить. Тетушка велит отрезать язык. В прошлом году княгиню Лопухину вывели на канал, сорвали одежды, били кнутом, потом палач вставил ей в рот распорку, вытащил язык, самый кончик. За что? Я не спрашивал. Мне только интересно было, умрет княгиня от боли или не умрет. Да. Графу Листок тоже отрежет язык. И по делам. Он заставлял меня раздеться. Железную трубку хотел вставить. Я не позволил. Я все-таки наследник престола. А вас Листок осматривал? А я вам не скажу. Пусть меня лучше отрежет язык. А я много раз видел обнаженных женщин. Князь Салтыков их раздевал. Это было так противно. Князь Салтыков? Да, Салтыков. Тетушка ему давала деньги, чтобы я научился с женщинами. Ну. А я никогда не видела раздетых мужчин. А я и никому не позволяю себя видеть раздетым. Даже слугам.
Но между мужем и женой это же естественно. Да. Тетушка вас правильно выбрала. А вы? Вы бы меня выбрали? Не знаю. Ваш портрет мне не понравился. Однако вы погрустнели, Фредерик. Подарок! Вот, полюбуйтесь. Маэстро Иоганн Грот сделал. Представляете, 4 часа надо было стоять на одном месте и не шевелиться. Да. А пойдемте со мной в театр. Я сочинил для вас пьесу и хочу сделать спектакль. Не хотите поучаствовать? Очень хочу.